Так, это у нас доктор осьминог. Много деталек, сейчас посмотрим, что здесь есть. Вообще, почему я его заказал? Потому что вот в таком костюме, вот он именно такой, или вот такой, это из «Великолепный Человек-паук». Это мультик, по-моему, на 4 сезона, достаточно неплохой новый, который вышел. И там как раз вот такой вот Человек-паук, ой, этот, доктор Октавиус, он так там выглядел. Правда, вы постоянно там использовали, такой немножко вроде умный, но попадал в какие-то глупые ситуации. И с Осборном, и так далее, ну, как бы, бедные несчастные ученые. Так, давайте теперь смотреть. Вот эта штучка одевается, получается, на голову, и сзади ему одевается вот такая вот история. Такая вот мельница. И на эту мельницу, получается, одевается ему... сразу соберем, чтобы чем меньше деталей, тем проще будет собирать. Ох, как туго заходит. О, сошло, есть одна, вторая. Так, и давай посмотрим, что у нас здесь есть. Так, вот эти четыре части, запасная рука. Так, вот эти хрупкие детальки, 4 крайние, они, получается, вот сюда, скорее всего, вставляются. У нас, получается, 4 вот такие элемента, 4 серенькие. И у нас есть черные, раз-два, раз-два, раз-два. Так, доктор Октавиус, ну тогда можно так сделать, либо вот такого, ну, наверное, такого оставим. Пусть будет. Собственно, что у нас здесь? Здесь, скорее всего... Так, вот эти, наверное, серые части одеваются сюда. Вот так, сейчас посмотрим. Либо вот эти. Ну, здесь на крестик, наверное. Сейчас. Так, ну окей. Значит, сейчас посмотрим. Вот эта часть одевается сюда. По идее, наверное, вот так будет. Оп. 4 эти части сюда. Светлые. Тут, в принципе, наверное, без разницы, но лучше, наверное, сделать вот так вровень сделаем. Туговато, кстати, тут заходит. Но главное вот это не сломать. Здесь нормально зашло гладко. Здесь вообще он болтается, кстати. Может быть, вот так. Под углом. Ну вот, нормально, не вывалится. Так, и получается, эти части все с двух сторон одинаковые. Ну тогда выходит, что вот эти части мы ставим вот так. Все 4. А вот эти двойные просто соединяем. Например, одна пойдет вот так, сюда, хоп. Раз. Два. Здесь будет рука. 3. Вот как-то так. Здесь он тоже гнется, да? Да. Окей. Собственно, сейчас соберем сразу. Все руки. Ничего сложного, я просто думал, что вот эти темные детальки будут с краю, вот здесь должны стоять. Ну, видимо, темный к темному по цвету, вот эта вот мельница. А светлая к светлому. Хорошо сидят. И вот здесь, когда вставляешь, не сильно они расходятся. Поэтому все ок. Так, здесь просто защелкиваем. Так. И, собственно... Одеваем. Так, хорошо. Хорошее вообще решение. В самом деле, конечно, кажется, что немножко оно такое. Как будто какая-то на нем висельница. Ну, здесь как воротник выглядит аккуратно вроде бы. Такая карусель. Так, волосы.
и, собственно, ставим по клешням. Ну вот, получается вот так вот. Здесь тоже можно загнем. А вот эти части, поскольку они как бы вперед. Так, и вот так. Слушай, ну, детальки все хорошо крепятся. Все такое достаточно классно держится. Такой получается доктор Отто. Все. Ну вот. Наверное, лучше вот как-то так выпрямить здесь, чтобы он об одну держался. И, в принципе... А, прикольно, слушай, они, кстати, вот здесь вот еще крутятся сами по себе, вот на этой части, сзади, вокруг себя. То есть он, типа, можешь играешь им, так вот так, потом хоп, паук прыгнул сзади, он их развернул, а здесь почему не разворачивается. Вот, и все. Удобно. Это вообще очень удобно, кстати.